Так, сегодня 21 мая. Я вам хочу показать такой сорт, который называется Мальга. Высажен, значит, он у меня с открытой корневой системой 25 сентября 2018 года. Это была поздняя посадка. Кустики были слабенькие. Маленькие розеточки я высаживал, но сейчас он такую ягоду выдает, что я, если честно, прям в восторге. Смотрите, во-первых, она такой красивой, правильной формы. Она крупная. Гляньте, ягода. И она вся вот один в один, гляньте. То есть у них вот они как братья-близнецы, да, там, я не знаю. Вот вся ягода один в один. Вот смотрите, куст. Вот они, две ягоды абсолютно одинаковые. Смотрите, вот он еще кустик, да? Две ягодки. Но они вообще, они даже размером, они формой, они вот просто... Просто я не знаю, как это сказать. Это вообще супер. Если даже так обрива, да? Она какая-то кривоватая. Сердечком там еще как-то. То Мальга. Это просто что-то с чем-то. Гляньте, какая красотища. Вообще, конечно. Вообще классно. Эти ягодка. Это вообще что-то, да? Супер. Вообще классно. Так что, у кого нет еще Мальги, быстрее ее приобретайте. Гляньте, ягода, да? Ну, один в один. А по вкусу, сейчас опять меня будете писать, хейтить тут, чамкаешь камеру. Блин, ну надо попробовать. Сладкая. Приятная на вкус. Вкусная. Не кислая. Кислоты нет. И самое, что вот один. Одна в одну. Размер. Знаете, вообще классно. Сорт. Будем размножать его однозначно.